нет, 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 все, Друзья, к нам приехал в гости Николай, знакомьтесь, с Тюмени. Николай, расскажи, как долго ты ехал, сколько километров до Оренбурга с Тюмени и вообще про свой автомобиль. Всем привет, я из Тюмени ехал, выехал в 12 часов дня и был где-то в 5 часов утра здесь. В целом неплохо доехал, нормально. Расстояние какое у нас? Расстояние у нас 1160 километров. Ну, 1200 километров, 1200, да. У тебя бензин, газ? У меня газ. Сколько примерно по деньгам вышло? 5,5-6 рублей. Так. Пробег на твоем Невасике какого года? Автомобиль не будет у тебя? Нива 12 года. Пробег, пока ехал в Челябинске, 150 тысяч был пробег. Приехал я в гости непосредственно к ребятам из компании Нива 007, в Италию, и к его приятелям ко всем. Покататься, повеселиться. Мероприятие здесь сегодня такое замечательное. Масленица, провода зимы. Поближе пообщаться, познакомиться, а то все интернет никак не... Глаза в глаза, да. Интереснее, да? Так, воочию намного лучше. Несколько дней побуду, пообщаемся. Николай, мы встретили, приехал в 5 утра, да? Было где тебе переночевать, в принципе, да? Да, большое спасибо ребятам, они организовали мне ночевку, где помыться, побриться, там, ну, и покушать, грубо говоря, переночевать, там, поспать хоть несколько часов, но я поспал все-таки бодрячком. Ну, отлично. Короче, мы сейчас, ребят, собрались и едем кататься. Мы в лес. Время примерно 2 часа дня. Нам нужно проехать в лес. Снега много в Оренбургской области еще. У меня новая резина Road Cruiser 11.2.0. Ну, она как бы АТ-шка считается. Стравил я 0.7. Посмотрим, как поедет Невасик. Снег влажный. У нас сегодня плюс 2. Снег такой влажненький. Пробовали заезжать снег. Автомобили засаживаются легко и быстро. Впереди у нас Шевик поехал, все травим. Расскажу про каждую машину, какая резина и как автомобили едут. Шевик впереди сидит, травлена резина, первая пониженная. Разница колоссальная, ребята, колоссальная. До этого 2,2 резина была накачана и прям сложно было. Сейчас плывем достойненько. Алексей на УАЗе Патриоте тоже стравился. Прежде всего я заблокировал. Чуть-чуть подкопали? Ну да. Парни, короче, снега много. Мы что-то думали, что халява будет. Халявы у нас нету. Во-первых, корочка. Мы пытались туда проехать. Ну, как видите, все сидим. Хотя все травленные. Единственный вариант сейчас, что мы хотим. Сейчас мы накатаем вот сюда дорогу. И будет небольшой спуск. И оттуда каждого подснимем. Расскажу про каждый автомобиль, на какой резине, на каком давлении, как он едет. Вот этот вот у вас, у него дифференциалы полностью заварены. То есть межколесные дифы у него заварены. Вообще автомобиль должен ехать хорошо. Евгений приобрел автомобиль, но как бы катается на нем мало и практики, естественно, тоже мало. К каждому автомобилю нужно привыкать. Вытаскиваем Шевик. Все, отлично. Так, все, Женя включил передок там. И посмотрим. Что такое межколесная блокировка или заварка? Два колеса, мост. В середине моста установлен дифференциал. Есть свобода дифференциала, которому легче, то будет крутиться колесо. А заварка, то есть два колеса будет крутить постоянно.
так как здесь заварка перед и зад, то здесь крутит все четыре колеса полностью, будет крутить. За счет этого хорошая проходимость у этого автомобиля. Молодца, молодца. Видите, автомобиль раз и все, и тонет моментально. Вот не Васик сидит. Я сидел, но у меня получилось как-то раскачаться и выехать. Вот мощь, мощь, ребята. Вот такой бугор нам снял, снежный. Сейчас накатает, и мы с вами попробуем каждый туда заехать. И этот у вас был тоже в нашей группе у человека. Он его строил долго. Вот, там и двигатель хороший стоит. Но решил его продать. Вот он, наш товарищ тоже его купил с нашей группы. Сила, ребята, однозначно. Насколько много снега и какая хорошая корочка, что не можем даже выдернуть не Васик, видите? Вот здесь след снегохода, я иду спокойно по нему. Ну, сами понимаете, что здесь очень-очень плотно. Шаг влево, шаг вправо, проваливаешься на полметра. После УАЗа пытается Николай на своем Невасике пробиться. Так, у этой Нивы установлено два самоблока. Максимальный принатяг по 10 килограмм. Ну, у меня также. А МТ-ка, МТ-резина и... Так, резина сталкер, как видите. Лифт. И давление тоже 0,8. Ух ты, давай, 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 давай! Красава! Красава! Молодца! Отлично! Давай, давай, назад, больше, больше бери. На этом автомобиле Камма Флайн МТ, давление 0,7. Давай. Здесь Гудрич и АТ-шка у нас. Вот он, АТ-шечка. В обратную сторону посмотрим, как Николай сейчас заедет. Не хватило инерции, ну и, как говорится, не хватило разгона. Если бы он сразу бы изначально взял назад более метра, естественно, он бы проскочил. Нива 007. Что-то по лайту как-то. Давай чуть-чуть промеж колени. Ты газу дай, чтобы я сейчас полный привод включу, попробую на полном приводе. За лопатой езжай. А что, может, действительно лопату уберем оттуда? Давай, давай лопату уберем и туда попробуем. Вот. Ну, уже интересней. Да. Передок отключил. Нет, работает. А я же на заднем приводе есть. Раздатку убрал, да? Не-не. Я и смотрю, раздатку продаешь, свою последнюю продал, наверное. Это просто резина новая, грядет. Ремонт не нужен. В натяжку пойдет, конечно, что? Нет, там не поедет. Там. Вообще, я последую лучше в натяжку катать. Вторая, да. Мальчик, ну и
Вроде ей, да? Да. Травленная резина, Road Cruiser 11.00, новая. И 0.8. И занижение 3.07. Ну, 0.8 чувств... в круг сделал. Да, ну чувствует, что да, занижения хватает. В принципе, спокойно она едет да. до занижения. Согласен. Посмотрим, как другие участники поедут. Сейчас пустим Nissan. Я знаю, что лифт установлен. Лифт в ней стоит 3 сантиметра. И защита. Защиты все полные. Понятно. И электронные помощники. Да, есть. Двигатель сколько? Двушка. Двушка. Все помощники есть. То есть она, в принципе, должна ехать хорошо. Да, резина поменять нормально. Комфостеры, по-моему, да? Комфостеры GF. Давление сколько сейчас? Полторашка. Полторашка. Поехали. Сзади самоблок. Не-не-не, все, назад. Середина плотная, ребята. Все, стоп. Давай, рывок вперед. Все, назад. И вот таким образом. Ага. Давай еще вперед. Не надо, вперед. Сейчас поедет УАЗ. БФ Гудрича. Ну, уже МТ-ха лысенькая такая. Давай посмотрим. Ну что сказать, молодец. Nissan и Duster двухлитровый. Они не отравились, и им, смотрите, как проблематично и сложно сюда доехать. Казалось-то, да, тоже лифтованный, но не отравленный. Мишлен. Ну и зима у него. И Duster тоже на зиме. Снег очень коварный. К вечеру прохладно стало. Мы покушали, попили чаю, пообщались с Николаем. Ну, красавец у вас, красавец. Задняя пневмоблокировка установлена. Я ее отключил. Отключил? Да. Давай, пробуй назад. Давай! Вот! Давай еще и! Вот чем хорошо кататься в группу, когда приезжаешь. Ну понятно, сейчас все, прилип уже, да. Но ты уже понял, да, какие обороты? Вот так вот. Поэтому... Она ее не душит. Да, она не душит. Согласен. Поэтому приезжайте, катайтесь, повышайте свой уровень вождения. Вот человек тоже сколько ездит, и только сейчас вот он, ну, понял, как она едет. Вот Нива по сухому снегу. Хотя плюс 2, но сейчас уже плюс 2 нету у нас. Узкая резина. В некоторых моментах узкая резина едет интереснее, чем широкая. Будет вытаскивать вон того Duster. Duster сидит. Nissan сидит. Никуда не едут. Лопатой копают, потом едут. Ну, или копать, или тянуть. Так. Поехали. Нива подготовленная, с блокировками, самоблоками. Пошла. Все машины хороши, каждый в своем сегменте. Чай попили, покушали и домой. Скажите что-нибудь, как вам Duster
Нормально! Для своих целей он себя оправдывает. Но Нива его вытащила. Ниву, да. Направлен на резине с двумя блокировочками занижения и вес. Вес играет роль, я считаю. Вот у меня 1,4 сейчас тонны. Ну, с учетом силовых бамперов, лебедок, получается 1,5 тонны. Я центнер. Да, 1400 я, то есть 1,5 тонны. Вес все-таки играет роль при проходимости, я так думаю. Ну и травленные колеса. Да, травленные. И тем более у меня сейчас 25570 на 16. И, ну, лепешки видно, что и зацеп, ну и резина новая, да. Хоть она и АТ-шка, но едет, ну, идет нормально. Едет неплохо, да. Достойно идет. Угу. Для своего сегмента она идет достойно. Да, ценник 8200, если суфы заказывать. У нас в магазинах по 11 она продается. Тут не увидеть. Ой, ну, вполне. Сейчас посмотрим. По льду, конечно, да. По льду на ней не акти, но соблюдать скоростной режим, как раньше ездили, если вы хотите и зимой, и летом ездить. По сухому снегу в мороз держат отлично. Шины не дубеют, мягенькие. То есть как бы я... Мы собрались ехать домой, накачали колеса и сразу почувствовали разницу, что автомобиль перестал ехать так уверенно. Я тоже вот сейчас колеса накачиваю по 2 атмосферы. Парни, наши покатухи закончились. Показали вам, как мы могли, как автомобили едут на тех или иных шинах. Одно понятно, что нужно шины травить. Песок, снег. Вот сейчас мы едем. Сверху здесь проехал снегоход, но еще вниз где-то 0,5 сантиметра. То есть остановился, копнулся, и ты провалился, и автомобиль не едет. Встретили Николая, с Николаем прокатнулись. Всем участникам большое спасибо, кто приехал, поддержал нас. Попили мы чаю, подышали, самое главное, воздухом. Вот про что я вам говорил, ребята. На данный момент ситуация такая. У вас хаб передний отключил. И ехал на задке. И как видели, он... Отпусти я! О, моя, все, телефон не улетел у меня. Закапываешься моментально. Чуть копнул. И все. Сейчас мы Женька вытащим. Подожди секунду. Поехали. Вот такие дела. То есть мы сейчас стоим с ним на подъеме. Он чисто на задке, так хабы у него отключены. И все на этом. Видите, автомобиль у нас не едет. Решили не мучить. Евгений решил крутить хабы. Да, есть такие вот минусы, что приходится, как говорится, выходить. Но это, в принципе, не критично, да? Когда надо... Подкрутил, все, они зацеп стали. И, как я вам говорил, что здесь межколесные заваренные блокировки. Правильно же, да? Да, заварки стоят. Да, то есть здесь гребет все 4 колеса. Здесь до упора, да? Зажал, да, все, до заглушечку упора, одел все. И огонь. Сейчас у нас эксперимент. Мы только один хаб закрутили, здесь не стали закручивать. Да, так и есть, 3 колеса. Но небольшой подъем. Эксперимент у нас не удался. Закручиваем правый хаб
чтобы крутило 4 колеса. И посмотрим, как на МТЭХе в эту горочку заедет. Ну и как изменится движение автомобиля, если будет гребсти 4 колеса. У тебя перед не крутит, перед нет. Все, хорош. Не-не-не-не. Совсем круто. Нет, ребят, не получается. 4 колеса гребет. Ну, все. Самостоятельно он уже не выйдет. На подъем копает хорошо. Очень хорошо копает. Назад, видите, под горочку он идет. Но не хватает. Хотя вроде инерция есть, рывок какой-то. То есть броневик, условно говоря. Но выкапывает и закапывается моментально. Вроде бы казалось, да, 4 колеса крутит. Давление единичка. Казалось бы, в любой момент, в любую горочку он должен выехать. Но нет, 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 нет. Все, закопался, совсем закопался. Давай, давай. Ну вот, вот. Красота. Его может? Эксперимент. Вот трос лежит. Давай, подъезжай до троса. Давай, давай. Так, стоп. Road Cruiser. 11.2.0. Два самоблока. Вот ты межосевой заблокировал? А, и вторая пониженная. Нет, давай первая пониженная. Потихонечку, первая пониженная. Поехали. В натяг потихонечку. Давай. Первая пониженная. Занижение 3.07. Как видите, без проблем тронулся автомобиль. Поехали, но МТХ. Легко, вопросов нету. Стоп. Поехали. Пневмоблокировка задняя. Отлично. Под джерик посмотрим, как поедет на новой резине. Стоп. Давай. Как видите, что-то не получилось у нас. Да, вон снег заехал, я думаю, сейчас его надо будет вытягивать. Я тебя специально оставил его для этого. Ага. Сейчас... Нет, он не задавил. Давай, Гарри, Гарри дай. Все. Я думаю, да. Сейчас будем не вы... Так, ходу есть. Не, как резина называется? Йокохама. Йокохама. Это МТ, что ли, резина? МТ, Йокохама, МТХ. Новая резина, вообще прям набьё. Ух, моща, да? Шевроле Нива. Ох, стоп, поехали. Чисто зима. Чисто зима. Самоблоков нету. Стоп. Поехали. МТ. Прям разницу, да, чувствуется? МТ или зима. Хотя у меня Road Cruiser, она АТ-шка считается.
Напомню, небольшой подъем. Внизу лед. Я вот стою и сам иной раз туда съезжаю. Давай назад больше, назад больше. О, пробуй. Здесь только межось, ну, заводская. То есть крутится или по диагонали, или сбоку, короче, колесам тем, которым легче. Могут вот с этого края крутиться или с того края крутиться, если вы между собой заблокируете. Ну, вот как в данный момент, видите? У нас с этой стороны колеса, ну, на льду стоят, а эти загружены. И эти крутятся, те, в принципе, стоят. Давай ходом, поехали, хода, 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 хода. Вот вам очевидно, МТ-резина в каких случаях работает, в каких случаях не работает. Фух, потолкали, потолкали. Вот вам вариант. Пацаны, давайте толкнем, что ли, тогда вдвоем. Не-не, мы вытолкали ее. Подожди. Давай. На малых вторая пониженная заглохла, не хватило. Все, вправо ушла. Все, цепляйте ее тогда. Давай цеплять. Не хочет наехать. Вот такие дела, ребят. Е-е-е. Ну, сколько надо было набрать инерции, чтобы выскочить. Зима, два самоблока. Поехали, поехали, вот до трасса. Давай. Давай. Стоп. Поехали, шипы здесь. Ну, красавец, потихонечку. Отлично, отлично, правильно, правильно. Вот такие дела. Каждые колеса, каждые шины к своему времени, ребята, думайте, все наглядно. Дастер 2 литра. Без электронных помощников. Стоп! Поехали! Шина, зима, шипы. Красавцы! Дастер может! Стоп! Поехали! Кама МТ как занижение. Поймал, чувствуется прям. Ну все, все молодцы, наглядно. Да, наглядно было все показано всем. Всем пока, да. Телеграм-канал Нива 07. Парни, покатухи наши закончились. В принципе, каждый посмотрел про свой автомобиль, кто как едет. По травленной шине, я думаю, каждый определился, да? То травленная резина, это тема. И как мы на подъеме посмотрели, что МТ-резина, в принципе, у всех накачанная была, да? Все уже накачались, ну, проблемно на ней ехать. Николай, спасибо, что приехал. Рады тебя были видеть, были рады познакомиться. Давай, пятак тебе. Вот. Вам спасибо. Да, еще раз увидимся. И всем, парни, спасибо и пока.